Поздравляю, да. Все россияне сияют, Господь Иисус да. Христос, Божья Мать. Иисус Христос, я христиан благословляю. Все христиане. А вот вам, да, а у деревни, да, все россияне. Поздравляю, да. Правительство, правительство партии Единой Медведева Дмитрия Анатольевича. Все россияне заявляют да. Самый лучший перецедент, владеющий случай, Дмитрий Анатольевич Медведев. Все россияне заявляют да. Самый лучший перецедент, владеющий случай, Дмитрий Анатольевич Медведев. Все россияне заявляют да. Господь Иисус Христос и Божья Мать. Всех россиян благословляют. Голосовать. За два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2019-2024 года и на пост председателя правительства партии «Не Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Дни рождения! Владимир Владимирович, Дмитрий Анатольевич Медведев, Владимир Владимирович, Екатерина Владимировича, Светлана Владимировича Медведева. Самые лучшие праздники для всех! Успехов вам желаю. Успехов вам желаю. От души и сердца. От души и сердца мы вас, вас мы поздравляем. С днями рождения, с вашими именинами. Чтобы вам сопутствовал всегда. Чтобы вам сопутствовал во всем, всегда, во всем, во всех делах. Успех, на благо Родины. Большой успех. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича. 2012-2018 года. Все россияне, мы не террористы, героем партии «Единая Россия», Народный фронт, армия ВСМВД. Сразу поддерживает всегда. Тандем Путин-Медведев. За всю историю России самый лучший. Россия Путина-Медведев. Партия «Единая Россия», Народный фронт, армия ВСМВД. Господь Иисус Христос, Пресвятая Богородица. Отныне на века. России Путина Медведева. России Путина Медведева. Мир сотрудничества. Группа Сочинской конференции. И планеты будущей. Два президентских срока. Путина Владимира Владимировича. Объединил всех. Россия Путина, Медведев, Россия Путина, Дмитрий Анатольевич 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 Медведев, Россия Путина, Дмитр
Добрый день. Днем рождения с именинами мы вас поздравляем. Много счастья, Божьего благословения вам желаем. На чертой годах. Президентских сроков. Нефтяники Владимира Владимировича 2015-2017. Партия не Россия, народная, бегут, армия, бежит. Надо поддерживать всегда. Там же Медведев, Путин Медведев, там же Руси, до всей стороны России. Там и Руси, герой армии МВДФ. России Путин и Медведев. В мире поддерживаемся. Богородица. Отныне на века. Остроки Путина и Медведева. Мир сотрудничества. Глубо всех наций конфессий. Все планеты будущие. Наша Россия. Наша Россия. Наша Россия. Наша Россия. Россия великая страна. Ныне на века. Право и честь. Россия великая страна. Достойный президент на веки на века. Дни рождения. Владимир Владимирович. Путин и Медведев. Ура! Великий Медведев. Владимир Владимирович. Владимир Владимирович. Владимир Владимирович. Мария Владимировна Кириллова. Путин и Владимир Владимирович Медведев. Самый лучший в мире. Ура! Дни рождения, именины Владимира Владимировича Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева, Людмилы Александровны, Марии Владимировны, Екатерины Ивановны Путина, Светланы Владимировны, Людмиловича Медведева. Самые главные праздники, радостные для всех. Мы вас поздравляем, много счастья, здоровья вам и желаем, чтобы вам сопутствовало всегда во всем большой успех. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 год на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Поддерживаем всегда. Самые лучшие в мире тандем Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, один опасный, да? Господь Иисус Христос, Господь Богородица, с Великой Россией, Путина, Медведева, Велика, Шатов Путичества, с Россией, всех наций, всех конфликтов. Григорьев, поздравляем вас, все участники поддержания в руках. Принес срока Путин, Владимир Владимирович, 2019-2020, Путина, Медведева, Григорьев, с именинами мы вас поздравляем. Прошу вас поддержать. Много счастья, Божьего благословения вам желаем. Путин и Медведев. На президентских сроках Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 года и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича Медведева поддерживаем всегда. Уважаемый господин президент России, верховный командующий вооруженными силами России, Владимир Владимирович Путин, поздравляем вас, супругу, уважаемую супругу Людмилу Александровну, Марию Владимировну, Екатерину Владимировну, Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлану Владимировну, Людмиловича Медведева, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия» Народный фронт, Неверова Сергея Ивановича, Воробьева, Жукова, партии «Единая Россия» Сулкова, Дворковича. Поздравляем вас с победой, триумфальной победой на выборах партии «Единая Россия» Народный фронт и двух президентских сроков Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 год и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Все высшие награды, ордена, медали всех стран, всех континентов, Нобелевские премии мира, театрального фестиваля в МХАТе, который сегодня открывается, уже всех стран, всех континентов, Нобелевские премии мира. Поддержали все участники, организаторы театрального фестиваля в МХАТе, который сегодня открывается. И все поддержали высшие награды фестиваля театрального МХАТа главным героем России всей планеты, культуры, искусства, литературы, театра, музыки, живопись по всем номинациям. Двум президентским срокам Путина Владимира Владимировича 2012-2017-2024 год и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведев Дмитрий Анатольевич. Вот мы сегодня разносим 15 октября в честь победы триумфальной на выборах. В честь триумфальной победы на выборах партии «Единая Россия» Народный фронт и двух президентских сроков Путина Владимира Владимировича 2012-2017-2024 год на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. И высшие награды театрального фестиваля в МХАТе, который сегодня открывается. Мы вас приглашаем на этот фестиваль. И слава и честь России, Госпремии России, Нобелевские премии мира, всех стран, всех континентов, все фестивали, все кинцевали. Вам главный герой России, всей планеты. Владимиру Владимировичу Путину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне Путину, Светлане Владимировне, Ильиничу Медведеву, Сергею Семеновичу Собянину, Сергею Ивановичу Неверову, партии «Единая Россия», Народный фронт, наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. И высшие награды театрального фестиваля. В МХАТе. Который сегодня открывается. Наша Россия. Вам при Путину Медведеву, партия «Единая Россия», Народный фронт. Наша Россия. Наш президент.
Поздравляем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю вас с высшими наградами театрального фестиваля в Амкате и с победой на выборах. Победой на выборах партии «Единая Россия», народный фронт, двух президентских сроков, Путина Владимира Владимировича. Председатель партии «Единая Россия» Медведев Дмитрий Анатольевич. Все высшие награды фестиваля в Амкате, который сегодня открывается. Мы вас приглашаем. Вы самые главные дети культуры, театра, кино. Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна Путина, Светлана Владимировна, Илья Дмитриевич Медведев. Самый лучший в мире тандем. Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, Сергей Иванович Неверов, единогласно. Да, поздравляем вас. Высшие награды фестиваля театрального в Амкате и слава и честь России, наша Россия, не России, не рождения победы, самый главный радостный праздник на планете. Поздравляем вас, счастья, здоровья вам и желаем, от души и сердца поздравляю с высшими наградами театрального фестиваля в Амкате. Вы главные театралы. Спасибо, восхищаемся вами. Спасибо, восхищаемся вами. С победой. Победа, триумф, ура, победа, велика. Наша Россия, партия России, народный фронт, культура, наука, партия и Россия, народный фронт. Ура, победа, велика, единая, самый лучший мир, тандем. Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич, Сергей Иванович Неверов, единогласно, да. Россия, Путин и Медведев. Единая Россия, народный фронт, единогласно, да. Господь Иисус Христос, Божий мать, Бога, благодать наша Россия, наша Россия, Путин и Медведев. Россия, Путина, Владимир Владимирович, Дмитрий Анатольевич, Медведев, Сальбунич, Сальбунич, мир всех на века. Будущее, настоящее, и все планеты будущее. Наша Россия, наша Россия. Спасибо, восхищаемся вами. Поздравляем вас. Победы вас. Расчетите вашу героическую руку. Спасибо. Восхищаемся вами. Ура, победа. Приглашаем вас сейчас в Амхат на открытие фестиваля. Да, единая Россия, вся страна. Все за два президентских срока Путина Владимира Владимировича и на пост председателя правительства и партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Все высшие награды, ордена, медали всех стран, всех континентов, Нобелевские премии мира, фестивали театрального в Амхате, который сегодня открывается, фестиваль славы и честь России, высшие наградные ордена партии «Единая Россия», народный фронт, Нобелевские премии мира, всех фестивалей, всех кинофестивалей, главным героем России, всей планеты, самым красивым Путину Владимиру Владимировичу, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Эмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне Путину, Светлане Владимировне, Лермичу Медведеву, Сергею Собянину, Сергею Ивановичу Неверову, партии «Единая Россия», народный фронт, Воробьеву, Жукову, Журову, партии Табакову, Олегу Павловичу, Михалкову, Никите Сергеевичу, Мединскому, Ливанову, Скворцовой, Калмыкову, Шаману, Калмыкову, Сердюкову, Бортникову, Федулину, Баранову, Колокольцеву, Зотову, Награду, Грибакину, Россиянкову, Сокнову, Россиянкову, Зотову, Селезневу, Родионову, Александрову, Ивлеву, Краснову, Павлову, Краснову, Пишулину. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Ура, победа на века. Россия великая страна. Россия великая страна. Достойный президент, навеки навсегда. Навеки навсегда. Наша Россия, Россия, наш президент, президент, вас, наша сила, право и честь. Многоуважаемый господин президент России, господин президент России, верховный главнокомандующий вооруженных сил России Владимир Путин, вас и вашу супругу, вашу награду супругу, Людмилу Александровну, Марию Владимировну, Екатерину Владимировну, Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлану Владимировну, Ильича Медведева, партии «Единая Россия», «Народный фронт», партии «Единая Россия», «Народный фронт», поздравляю Воробьева, Жукова, партии «Единая Россия», «Народный фронт», Дворковича, поздравляю с победой, триумфальной победой на выборах партии «Единая Россия», «Единая Россия», «Народный фронт», фронт и двух президентских сроков Путина, Путина Владимира Владимировича 2012-2014 год и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Все высшие награды, рады, ордена, медали всех стран, всех континентов, Нобелевские премии мира, театрального фестиваля в Амхате, который сегодня высшие награды и славы и честь России, всех стран континента, Нобелевские премии мира. Поддержали все участники, организаторы, театрального искусства, театрального фестиваля в Амхате, театральный фестиваль в Амхате, который сегодня открывается.
и все поддержали высшие награды фестиваля театрального МХАТа, главным героем России всей планеты, культуры, искусства, театра, музыки, живописи, номинации, экономики, спорта, обороны, способности, был приезд сроком Путина Владимира Владимировича в 2012-2024 году, год, и на пост председателя правительства партии России Медведева Дмитрия Анатольевича. Сегодня разносим 15 октября в честь победы, триумфальной победы на выборах. В честь триумфальной победы на выборах партии «Единая Россия» и «Народного фронта» и двух президентских сроков Путина Владимира Владимировича 2017-2024 год за партию «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. И высшие награды театрального фестиваля в МХАТе, который сегодня открывается. Мы вас приглашаем на этот фестиваль. И слава и честь России, госпремии России, Нобелевские премии мира, Нобелевские премии, фестивали, вам главный герой России всей планеты, Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне, Светлане Владимировне, Илье Медведеву, Собянину, Ивановичу Неверову, Единая Россия, Народный фронт. Наша Россия, наш президент, сила, право и честь. Высшие награды театрального фестиваля в МХАТе, который сегодня открывается. Наш Россия, вам Путину Медведеву. Звони. А что, звони. Здравствуйте, поздравляем вас с высшими наградами победы партии «Единая Россия» театрального фестиваля в МХАТе и победой на выборах партии «Единая Россия» народный фронт Путина Владимира Владимировича 2017-2018 года. Медведев Дмитрий Анатольевич, все высшие награды ордена фестиваля в МХАТе, который сегодня открывается, мы вас приглашаем. Вы самый главный деятель культуры, театра, кино. Владимир Путин, Дмитрий театр, кино, литература, живопись и музыка. Екатерина Владимировна Путина, Светлана Владимировна, Медведев, самый лучший лидер, Владимир Владимирович Владимир Анатольевич Медведев, Сергей Иванович Медведев, единогласно, да, поздравляем вас. Высшие награды фестиваля театрального в МХАТе и славы честь России, наша Россия, на выборах партии «Единая Россия», народного фронта, самый главный радостный праздник на планете. Поздравляю вас! Счастья, здоровья вам успеть! Желаем! От души и сердца мы вас поздравляем! Слышим, как вам запустил всегда вообще на театральном фестивале в МХАТе! Вы главный театралы! Спасибо! Путина Владимира Владимировича! Спасибо! Посвящаемся вами! Победы! Победа! Триумф! Герой России! Некоторыми героями России! Партия «Единая Россия» народный фронт! Армия «Единая Россия» партия «Единая Россия» народный фронт! Ура! Победа на века! Единая Россия! Самый лучший в мире тандем! За всю историю России! Самый лучший! Сергей Иванович Неверов! Единогласно! Россия, Путин и Медведев! Единая Россия, народный фронт, единогласно, да. Господь Иисус Христос, представь, дорожься на века. Благодать наша Россия, наша семья, Путин, наша сила, правый честь. Успех, триумф, сотрудничество, мир, дружба, мир, сотрудничество, мир всех на века. Будущее, настоящее и все планеты, будущее, наша Россия, наша Россия. Спасибо вам. Восхищаемся вами. Поздравляем вас. От победы вас. Поздравляем. Решите вам руку подать. Спасибо. Восхищаемся вами. Победа. Ждем вас сегодня в МХАТе. Единая Россия, вся страна, все за два президентских срока Путина Владимира Владимировича и на пост председателя правительства и партии Единая Россия, Медведева Дмитрия Анатольевича, высшие награды, ордена, медали всех стран, континентов, Нобелевские премии мира, фестивали фестиваля в МХАТе, который сегодня открывается, фестивали славы и честь России, России всех стран континентов, Нобелевские премии мира, всех фестивалей, Нобелевские премии мира, всех фестивалей, главным героем России всей планеты, Путину Владимиру Владимировичу, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне, Путину, Светлане Владимировне, Ильичу Медведеву, партии Сергея Ивановича Собянина, Неверову, Воробьеву, партии Неверсии, Народный фронт, Жукову, Исаеву, наша Россия, наш Олег Павлович Тулакову и Михалкову Никите Сергеевичу, Ливанову Мединского, Калмыкову, Шаманову, Шаману, Спарцову, Бортнику, Федулину, нашей России, нашей Федерации, Зотову, Винограду, Рафиенкову, Сахнову, Селезневу, Родионову, Александрову, Ивлеву, Краснову, Родиону, Зотову. Вас, наша сила, права и честь. Ура, победа на века. Россия великая страна. Россия великая страна. Достойный президент навеки навсегда. Навеки навсегда. Наша Россия, наш президент, сила, права и честь. Thank you.
Здравствуйте. Здравствуйте! Поздравляю вас с победой партии «Единая Россия», «Единая Россия», «Международный фронт» и высшей награды МХАТа, фестиваля МХАТе. Высшей награды Путину Владимиру Владимировичу, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, Сергею Семеновичу Собянину, партии «Единая Россия», «Народный фронт». Ура! Победа! Ура! Героям на награды! Поздравляем вас! Спасибо вам огромное! Путина Медведева! Дядю Колокольцу, Барану, Павлу Павловичу Лельневу, Рфьенту, Зотову, Родионову, героям нашей полиции. Сахну. Поздравляем вас. Спасибо вам огромное. Главный смысл и цель единения и поддержка всех стран. Мировое признание президентским сроком Путина Владимира Владимировича 2012-2017-2024 год и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича и партии «Единая Россия» Народный фронт, самой главной победой на выборах большой, на выборах Российской Федерации большой. Поздравляем вас, уважаемый господин президент России Владимир Путин и председатель правительства партии «Единая Россия» Медведев Дмитрий Анатольевич. Россия великая страна на веки на века. Поздравляем вас, уважаемый господин президент России Владимир Путин, верховный командующий вооруженных сил России Владимир Путин. Уважаемый господин председатель правительства партии Путин, уважаемый председатель правительства партии «Единая Россия» Дмитрий Анатольевич, уважаемый Людмила Александровна, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна, Светлана Владимировна, Илью Дмитриевичу Медведева, Сергей Семенович Собянин, Сергей Иванович Сергеева, партия «Единая Россия» Народный фронт, Нарышкина, Колокольцева, Болотникова, Баранова, Сердюкова, Калмыкова, Романова, православной церкви, дружбы всех народов, всех наций и конфессий. Поздравляю вас с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. И все мы молились Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич, дни рождения Владимир Путин, самые любимые праздники для всех и ваших уважаемых членов семьи. От души, от сердца мы вас поздравляем, чтобы вам сопутствовал всегда во всех делах, на благо Родины, большой успех. Много счастья, здоровья, успеха вам. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2024 год. И на бой предали правительство партии «Единая Россия» Медведев Дмитрий Анатольевич. Самый лучший в мире тендем Путин Медведев. Партия «Единая Россия» Народный фронт. Все россияне, мы не заметлись, не со всеми россиянами с партии «Единая Россия» Народный фронт. Армия ФСБ, ВД, надо поддерживать всегда. Самый лучший в мире тендем Владимир Путин Дмитрий Анатольевич Медведев. Людмила Игоревна, Елена мы поддерживаем Петровна, Дмитрий Петрович, мы поддерживаем Владимир два президентских Владимир срока Владимир Путина, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Ремона, Людмила Игоря Виктория Владимировна, Елена Петрович, Дмитрий Петрович, Стелла Владимировна, Ольга Ремона, Елена Петровна, Дмитрий Петрович, Виктория Владимировна, Стелла Владимировна, партия России рады поддерживать всегда. Мы рады с партией России Народного фронта поддерживать всегда. Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, самый лучший в мире тендем Владимир Путин, партия России Народный фронт, за всю историю России, самый лучший. Историю России всего планеты, России, самый лучший Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич, Господь Иисус Христос, Боже мать, на отныне на века с Россией Путина, Медведева, партия «Единая Россия», Народный фронт, мир сотрудничества, дружба всех наций и конфессий, настоящая всей планеты, будущее, наша Россия, наш президент, наша сила, правый дед, вас на правый честь. Поздравляем еще раз вас. Два президента срока Путина Владимира Владимировича, два президентских срока. Вели Христа живой, Христос воскресе, счастье, учит над всей землей, священные на белой, на злых сердцах, царю. За два президентских срока Путина Владимира Владимировича, 2013 Сегодня победы, мировой успех, герой славной армии, отечество сыны, гордится вами Родина, во все века иди, великая отчизна, любимая страна, не высший смысл жизни, навеки нам дана. Эскадрилью стрижей видите, взлетели над Москвой, герои на Красной площади честь отдают двум президентским срокам Путина Владимира Владимировича 2012-2017-2024 год, стране родной, партия «Единая Россия», стране родной, российский полуфлаг, державный парит на планеты, российские кубинцы, булава, Тополи, надежные охраны российских рубежей. И Владимир Московский, Сия Руси, Кирилл, Владимир Икону, Владимир Чукчук, преподнес, Владимир Владимирович Путин, Владимир Анатольевич Медведев, самые главные слова сердца произнес.
Черчане сейчас самые два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2024 год. Рады поддерживать всегда. Главный смысл и цель единения. Наша Россия, наш президент, самый лучший в мире тандем Владимир Путин Дмитрий Анатольевич Медведев. Единая Россия, единогласно, вся страна. Все за два президентских срока Путина Владимира Владимировича и на пост председателя правительства и партии Единая Россия Медведева Дмитрия Анатольевича. Тандем самый лучший в мире тандем Дмитрий Анатольевич Медведев, партия «Не Россия», «Народный фронт», «Единогласно», да, «Успех, трех победа», «Америка», «Наша Россия», «Наш президент». Вас наша сила, право и честь. Россия, ты мессия, ярчайшая звезда. Россия, ты всесильна во всем везде всегда. Петербург, Москву, мы все здесь любим и гордимся мы своей страной. Восхищаться вечно будем горним небом над Москвой, рекой Невой. Город Путина Владимира Владимировича, Дмитрия Анатольевича Медведева, патриарха Московского вся Руси Кирилл, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна, Путина, Светлана Владимировна, Дмитрий Медведев, Сергей Самозабельный, партия «Единая Россия», «Народный фронт». Всему миру спасение. Город, главный смысл и цель единения. Город Лиана Кронштадтского, Ксения Петербургской, Божьей Матери Покров, Гравы, главы всех держав всемирных, вам все честь пришли воздать, даст Великой Святой Процветающей России, Владимира Путина Дмитрия Анатольевича Медведева, партия «Единая Россия», «Народный фронт», патриарха Московской Руси Кирилла, Господь Иисус Христос и Божья Мать, Святая Благодать, наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Поздравляем вас, Россия, ты мессия, ярчайшая звезда, Россия, ты всесильна. Во всем везде всегда. На восклоне много красивых ярких звезд. Мы гимн поем двум президентским срокам. Путина Владимира Владимировича 2012-2017 год. И на пост председателя правительства партии Медведева Дмитрия Анатольевича в стране родной. Армия, ВДФ, ГРУ, четверо, полиция России. Всему российскому народу. Всему российскому народу. Наша Россия, наш президент. Много перенес, он пережил блокаду Ленинграда. Одержал победу в Москве. Иисус Христос и Божья Мать. Высшие награды. Высшие награды. Владимиру Владимировичу Путину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне, Светлане Владимировне, Лете Медведеву, Сергею Собянину, партии «Единая Россия», «Народный фронт», Колокольцеву, Баранову, Бортникову, Сердюкову. Наша Россия, наш президент. Наша Россия, вся страна, все за два президентских срока Путина Владимира Владимировича и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Дмитрия Анатольевича. Наша Россия, наш президент, вам наша сила, право честь. Дарный МХАТ. Здесь это фестиваль театрального искусства имени Станиславского. Все высшие награды фестиваля. Лауреатам-победителям Владимиру Владимировичу Путину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне Путину, Светлане Владимировне, Медведевичу Медведеву, Сергею Семеновичу Собянину, Олегу Павловичу Табакову, Сергею Михалкову, Сергею Ивановичу Верову, партии «Единая Россия», Нарышкину, Матвиенко, Иванову, Воробьеву, Колокольцеву, Воробьеву, Баранову, Макову, Бакину, Шмакову, партии «Единая Россия», «Народный фронт», Пьенкову, Виноградову, Чайки, Иванову, Скворцову. Слово было истоком, слово причиной, истоком начало, причиной, начало, дивным светом, идущим все ближе и ближе, дорогим нам знамением, откуда услышали о победе, о программе, двух президентских сроков Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 года и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. И нам сразу открылся простор Поднебесия. За Иисусу Христу мы молились рождение. Но звезда разгорается. Самый лучший в мире тендем. Путин Владимир Владимирович, Медведев Дмитрий Анатольевич, партия «Единая Россия», «Народный фронт». Самый яркий гений, светом новых всемирных немеркнущих знаний. И два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 года и на пост председателя правительства и партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Символ совести, веры и правды и чести. Совести, правды и чести. За Иисусу Христу мы молились с рождения. Молимся с рождения. Да, Россия, Мессия, оплот мироздания. Оплот мироздания. Светом новых всемирных меркнущих знаний. И два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 года и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Главный смысл и цель единения.
единение. Цель единения. Россия, ты Мессия, величайшая звезда. Россия, ты всесильна, во всем, везде, всегда. На небосклоне много красивых, ярких звезд. Мы гимн поем двум президентским срокам. Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 года и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Всей стране родной. Российскому народу за то, что он так много перенес. Он пережил народу. Всему российскому народу за то, что он так много перенес. Он пережил блокаду Ленинграда. Я держал победу в той войне. Иисус Христос и Божья Мать, все высшие награды театрального фестиваля в Амхате, в честь России, лауреатом и победителем по всем номинациям, самым красивым мужественным людям на планете, Владимиру Владимировичу Путину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне Путине, Светлане Владимировне, Илье Ильичу Дмитриевичу Медведеву, Сергею Федоровичу Собянину, Воробьеву, Павловичу Табакову, Михалкову Никиту Сергеевичу, Неверову, Шмакову, Калмыкову, Шаманову, Чурову, Ильенко, Сергееву, Бортни, вам, главным героям России, всей планеты, Грибакину, вам, главным героям Зотову, Родионову, два президентских срока Путина Владимира Владимировича, 2012 срока Путина Владимира Владимировича, 2012-2018-2024 года, и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича, Дмитрий Анатольевич, свет струящий, вели Христа, живой, Христос воскресе, счастье звучит над всей землей, священные напевы зажгли в сердцах зарю. За два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 года и на пост председателя правительства и партии «Единой России» Медведева Дмитрия Анатольевича, герои все в строю, чеканят по брусчатке победоносный шаг, и в небе развивается российской славы флаг. Парад на Красной площади, божественный в нем свет. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 года и на пост председателя правительства и партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича объединили всех в «Единую Россию» на века. Единую Россию, священный долг и честь, всеобщая победа и мировой успех, герои славной армии, отечества сыны, гордится вами Родина во все века и дни. Отчизна, любимая страна, в ней высший смысл жизни навеки нам дана. Любимая держава, любимая страна, ты наша гордость, слава, для всех, для нас одна. Наш президент, вас от всего кавычек. Поздравляем вас. Поздравляем с открытием фестиваля. Путин и Медведев, Олегу Павловичу Табакову. Путин и Медведев, Табакову. Поздравляю. Культуры. Все поддержали два президентских срока Путина. Все поддержали два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 года и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. И высшие награды фестиваля в Хате. В Амхате международного. Олегу Павловичу Табакову, для Путина Владимира Владимировича, Медведева Дмитрия Анатольевича, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне Путин, Светлане Владимировне, Ильичу Медведеву, Сергею Собянину, Табакову, Медиску Ливанову, Табакову, Олегу Павловичу, Олег Павлович Табакову, Михалкову, Никите Сергеевичу, героям армии, космоса, культуры. Культуры театра. Наша Россия. Наш президент. Вот он, знаменитый легендарный МХАТ. Сегодня здесь открывается фестиваль театрального искусства имени Станиславского. Все высшие награды фестиваля лауреатом победителем Владимиру Владимировичу Путину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне Путину, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, Сергею Семеновичу Собянину, Олегу Павловичу Табакову, Никите Михалкову, Сергею Ивановичу Веру, партии России, Нарышкину, Ивенко, Иванову, Серебрякову, Колокольцеву, Баранову, Макову, Бакину, Макову,
партии «Энергии», народный фронт, Пьенко, Виноградова. Часть Иванова, Скворцова. Слово было истоком, слово причиной, было истоком, начало. Гимном светом, идущим, все ближе, дорогим нам знамением, откуда слышим о победе, программе, двух президентских сроков, Путину, Владимиру, Владимировичу, 2012-2017, на пост председателя правительства партии «Единой России» Медведева Дмитрия Анатольевича. И нам сразу открылся простор Поднебесье. Да, Иисусу Христу мы молились, молились с рождения. Многие да разгорают, самые лучшие в мире ТБМ. Путин Владимир Владимирович, Путин Медведев, Дмитрий Анатольевич, партия «Единая Россия», народный фронт. Самый яркий гений, светом новых, всемирных немеркнущих знаний. И два президентских срока Путина Владимира Владимировича, 2012-2017 года, и на пост председателя правительства и партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Стимул совести, веры и правды и чести. Да, Иисусу Христу мы молились с рождения. Да, Россия Мессия, оплот мироздания. Светом новых всемирных, всемирных знаний. И два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2017 года, и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Смысл и цель единения. Цель единения. Россия, ты Мессия, величайшая звезда. Россия, ты всесильна, во всем, везде, всегда. На небосклоне много красивых, ярких звезд. Мы гимн поем двум президентским срокам Путина Владимира Владимировича 2012-2017-2024 года, и на пост председателя правительства партии «Единой России» Медведева Дмитрия Анатольевича. Всей стране родной. Российскому народу за то, что он так много перенес. Мы гимн поем российскому народу. Мы гимн поем российскому народу за то, что он так много перенес. Он пережил блокаду Ленинграда, одержал победу в той войне. Иисус Христос, и Божий Мать, все высшие награды театрального фестиваля в Амхате, слава и честь России, лауреатам, победителям, главным героям России, самым красивым мужчинам будем на планете, по всем номинациям Владимиру Владимировичу Путину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне Путине, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, Сергею Собянину, Воробьеву, Павловичу Табакову, Михалкову Никиту Сергеевичу, Неверову, Смолышкину, Калмыкову Шаманову, Чурову, Енко, Сергееву, Борку, вам главным героем России, Баранову, Грибакину, вам главным героем Зотову, Родиону. Владимир Владимирович, 2012-2017-2024 года.
Дмитрия Анатольевича Медведева, Дмитрия Александровича, Марии Владимировича, Екатерина Владимировича, Светлана Владимировича, Леонидовича Медведева. Нам причастен, здесь наша Россия, самый лучший, двум сроком Путина. Наша Россия, великая страна, наш президент. Наши силы, правые. Ура! Победа! Ура! Победа! Ура! Победа! Победа! Президентских срока. Президентских Владимира Владимировича. 2012-2024 года. Все россияне заявляют да. Господь Иисус Христос. Боже мать. Я христиан благословляю. Это что за звонение? Это звонит. Два президентских срока. На общем государственном референдуме. Где россияне дружно заявляют за два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2018 года. Их россиян объединили на века. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2018 года. Все россияне дружно заявляют за. И на пост председателя правительства, правительства партии «Единое» Медведева Дмитрия Анатольевича, все россияне заявляют «да». Самый лучший прецедент, владеющий случай, Дмитрий Анатольевич Медведев, все россияне заявляют «да». Господь Иисус Христос и Божий Матерь, всех россиян благословляют голосовать. За два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2024 года и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Дни рождения Владимира Владимировича Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна Путина, Светлана Владимировна, Лидия Медведева. Самые лучшие праздники для всех. Счастья, здоровья, счастья, успехов вам желаю. От души и сердца. От души и сердца мы вас, вас мы поздравляем. С днями рождения, с вашими именинами. Чтобы вам сопутствовал всегда, во всем, во всех делах, на благо Родины. Большой успех. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича. 2012-2018-2024 года. Все россияне, мы, Нестеров Дмитрицкий, героем партии «Единая Россия», «Народный фронт», армия ФСБ МВД, рады поддерживать всегда. Тандем Путин-Медведев за всю историю России самый лучший. С Россией Путина, Медведева, партия «Единая Россия», «Народный фронт», армия ФСБ МВД. Господь Иисус Христос и Пресвятая Богородица отныне на века. С Россией Путина Медведева. Мир сотрудничества. Дружба всех наций и конфессий. Все планеты будущее. Наша Россия президент настоящий. На силу правду честь. Голосуй за два президентских срока Путина Владимира Владимировича. Голосуй за два президентских срока. Пашка, благословите, Пашка. Путина, днем рождения Путина, два президентских срока, высшая награда Путина. Вам, патриарх, учитель, Путин, патриарх, восхищаемся спасибо. Вами. Спасибо вам большое. Спасибо. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право, честь. Пашка, благословите, Пашка. Два президентских срока и день рождения Путина. Вот нам будет Медведев Кирилл. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право, честь, Собянин. Что это за хазапирс такая? Я ее забрала. А ты их понятно? Я не надеюсь. Вообще, поразили. Не надеюсь, короче. Два президентских срока. Президентский Владимир Владимирович 2012-2018
17-24 года. Все россияне заявляют «да». Господь Иисус Христос, Божья Мать, я христиан благословляю. Это что за это за музыка? На общегосударственном референдуме, где россияне заявляют «да». Два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2017-2024 года. Еще синян объединили на века. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2017-2024 года. Все россияне дружно заявляют «да». И на пост председателя правительства, правительства партии «Единая» Медведева Дмитрия Анатольевича все россияне заявляют «да». Самый лучший президент, владеющий случай, Дмитрий Анатольевич Медведев. Все россияне заявляют «да». Господь Иисус Христос и Божья Мать, всех россиян благословляют голосовать за два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2019-2024 года. За здравствуй, два президентских срока Путина Владимира Владимировича. С днем рождения Владимира Путина, поздравляю. Благословите, батюшка, с днем рождения, Божьей награды, Путина, Дмитрия и вам, нашим светильникам. С днем рождения, поздравляю нас, Путина, тебя президентскими сроками, Путина. Спасибо. Наша Россия, наш президент, вас, наша Россия, правда, честь. Здоровья, счастья, успехов вам желаю. От души и сердца. Вас мы поздравляем. Вам сопутствовал всегда, во всем, во всех делах, на благо Родины, большой успех. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 года. Все россияне, мы, Нестер Дмитрицкий, героем партии «Единая Россия», «Народный фронт», армия под ПМВД. Рады поддерживать всегда. Тендем Путин Медведев. На всю историю России самый лучший. Россия Путина Медведева. Партия «Единая Россия», «Народный фронт», армия под ПМВД. Господь Иисус Христос. Господин президент России, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил России Владимир Путин, поздравляем вас, поздравляем супругу Александровну, Марию Владимировну, Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлану Владимировну, Дмитрия Медведева, партия «Единая Россия», народу поздравляем с замечательными праздниками, вашими днями, армия МВД, ФСБ, ГУМЧС, прокуратура, самые лучшие в мире, Госдума, Совет Федерации, правительство, партия «Единая Россия», народу самые лучшие в мире, Народный фронт. Поздравляем вас с вашими прекрасными днями рождения и именинами. Этот праздничный гимн мы посвящаем вашим дням рождения. Дни рождения Владимира Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева, именины вас и ваших родных близких, Людмилы Александровны, Светланы Владимировны, Филипповича Медведева, Марии Владимировны, Екатерины Владимировны Путина, Валентина Ивановна Фенеенко. Для вас, герои России, все планеты, самые радостные праздники на планете. Божье благословение, долгие благая планета, счастья, здоровья, успехов вам желаю. Мы, Нестер Дмитрицкий, освящаем нашу праздничную историю вашим дням рождения и именинам. Святая Людмила, святая Светлана, святая Валентина, Мария и Екатерина, ваш образ пресветлый,
ваш образ пресветлый. Всем путь озаряет. Всем путь озаряет. Их жизни прекрасны. Их жизни прекрасны. Стези направляет. Стези направляет. На подвиг служения. На подвиг служения. Всех людей вдохновляет. Всех людей вдохновляет. И веру в Христа. И веру в Христа. Всем сердца укрепляет. Всех сердец укрепляет. На подвиг отчизне. На подвиг отчизне. Господь всех зовет. Господь всех зовет. Всех Путин, Медведев, партия Единая Россия, Народный фронт, армия ФСБ, победе ведет. Народный фронт, армия ФСБ, Путин прокурит, победе ведет. Мы славим отчизну, мы славим Творца. Мы славим Творца и Божия Матерь, и Божия Матерь. С Россией всегда, с Россией любимой всегда. И с днями рождения, и с днями рождения. Мы вас поздравляем. Мы вас поздравляем. Успехов, здоровья, успехов, и счастья желаем. Здоровья и счастья желаем. День рождения президента. День рождения Путина Владимира Владимировича и председателя правительства Медведева Дмитрия Анатольевича. И председателя правительства России, партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Вас и ваших родных и близких. Имени вас и ваших родных и близких. Самые светлые и радостные. Самые светлые и праздники на планете. Праздники на планете. В эти прекрасные праздники, в эти прекрасные море цветов, счастья и любви. Море цветов, счастья и любви. Подарков и песен, и стихов. Подарков и песен, и стихов. Божьего благословения. Божьего благословения. И долгие, благая вам лето. Благая вам лето. Мы Нестеровы Метлицкие. Мы Нестеровы. Партии «Единая Россия», «Народный фронт», армия ФСБ МВД, со всеми россиянами мы вас поздравляем. Самыми прекрасными праздниками ваших дней рождения и именин. Мы вас с любовью, с уважением, восхищением, благодарностью поздравляем. Ваш подвиг служения отчизне мы все прославляем. Слава, ура! 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 Великая победа России на века! Великая победа России на века! Два президентских сроков Путина Владимира Владимировича. Два президентских сроков Путина Владимира Владимировича. 2012-18-2024 года дают нам все силы. И если б спросили, я вам рассказал. Как чайки над морем, необыкновенно красивые, и море, и небо, как зрительный зал. И
небо, как зрительный зал. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича. 2012, 2018, 2024 года дают нам все силы. В своем выступлении Путин Владимир Владимирович о самом главном сказал: к победе, к прогрессу всех он призвал. К победе, к прогрессу всех он призвал. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012, 2018, 2024 года всех объединили. На подвиг свершения всех вдохновили. На подвиг свершения всех вдохновили. Свободы, прогресса, любви, идеал. На час возрождения России настал. На час возрождения России настал. Чтоб все россияне здесь счастливо жили, и все народы с Россией дружили. Счастливо жили. На час возрождения России настал. И все народы с Россией дружили. Сейчас возрождение России настал. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 года символ совести, веры и правды и чести. Символ совести, веры, правды и чести. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича поддержим все вместе. Поддержали, поддерживаем все вместе. Возвышенный смысл жизни, любви, идеал. Возвышенный смысл жизни, любви, идеал. Христос нам всю правду открыто сказал. Путин Владимир Владимирович, Путин Медведев, Владимир Дмитрий Анатольевич, партия «Единая Россия», Народный фронт, армия ФСБ, МВД, главный президент, человек, политик, миротворцы, защитники, десятилетия, столетия, тысячелетия на всей планете. Десятилетия, столетия, тысячелетия, защитники российской планеты. В своем выступлении Путин Владимир Владимирович Дмитрий Анатольевич Медведев на все вопросы времени дал ясные и четкие ответы. На все вопросы времени дал ясные четкие ответы. Перспективу развития всей человеческой цивилизации и всем народам он путь указал. И вновь ли Христа в облаках отражением, стремительной силой восходит наверх, и выше всех знаний, и выше всех мер. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 года главный смысл и цель единения. Наша Россия, наш президент, вас, наши силы, право и честь.